конечно же, Макманус она хотел... Она превратила нас через свет. А вот и мяч срезан в свои ворота. Не смогли это сделать самостоятельно. И вот этот кубанский мотылек, кстати, он даже ткнулся и даже поцеловал Стивена Макмануса благодарно. Потому да, что шестой номер не просто срезал, а буквально отправил мяч в свои ворота кивком головы, так вот. Очень красиво. Сергей Сергеевич, пойдем, конечно. Не стоит, конечно, радоваться чужому несчастью, но вот это получилось настолько... Да, конечно. Удачно для Кубани и неудачно для Мазервелла. Конечно же, Макманус хотел, наверное, затылком поднять на перекладины и перебросить его через ворот, но не удалось ему.